В общем, был такой кларнетист Сидней Бэше. Он очень долгое время жил во Франции, и во Франции он написал одну из своих самых интереснейших, наверное, композиций, которая называется «Petit Fleur». Нет, я на французском петь. Я с английским не справляюсь. Будет на французском играть. Да, я на французском буду играть. Супер. Отлично. Молодцы, круто!